Если у вас есть 15 минут на себя, задайтесь вопросом, давно ли вы извинялись за собственные поступки. Ну, очевидно, что каждый из нас не без греха, каждый из нас совершает какие-то действия, которые могут кого-то ранить, кого-то обидеть. Где-то можно оказаться несправедливым, где-то можно оказаться слишком жестким, может быть. А где-то, наоборот, слишком мягким, когда от вас требовалась помощь и поддержка, а у вас этой силы в себе не было. Подумайте про это. Почему это важно? Потому что как только вы просите прощения у кого-то искренне за то, что где-то были неправы, вы таким образом перестаете искать внутреннее оправдание, почему вы были правы. Вот. Вы уже это вербализуете и в каком-то смысле освобождаетесь от этого груза, груза собственных объяснений, что ну такое было это дело, такая ситуация, ну вот все я правильно сделал, хотя, в общем, да, я понимаю, что пошло не так и так далее. Вот дайте себе 15 минут для того, чтобы подумать над этим вопросом. Когда вы извинялись последний раз? Когда вы, может быть, не извинились, а следовало? И как, возможно, это улучшило вашу жизнь после того, как вы смогли высказать, признать собственную неправоту и стать таким образом и сильнее, и увеличить уровень доверия с близким человеком? Подумайте.